История Руси. Год. Образование. Княжество Рюрика. 865. Освобождение полян от хазар. 880. Расширение границ княжества Рюрика. 882. Образование Киевской Руси. 890. Присоединение северян к князям Олегам. 912. Расширение князем Олегом границы Киевской Руси. 920. Выход древлян из Киевской Руси. 945. Повторное присоединение древлян. Хазары отброшены за Дон князем Святославом. 966. Присоединение Битичей князем Святославом. 967. Присоединение Уличей и Тиверцев князем Святославом. 1036. Присоединение Галичины и Закарпатья князем Владимиром. 1054. Присоединение Причерноморья князем Ярославом. 1132. Присоединение Беломорья Киевской Руси. 1180. Захват Причерноморья куманами. 1237. Нападение монголов на Русь. 1238. Захват монголами Рязани. В этот же год захват монголами Москвы и Владимира. Захват монголами Костромы, Ярославля и Твери. Захват монголами Смоленска и Козельска. 1240. Захват монголами Переяславля, Чернигова и Киева. 1241. Захват монголами Галиции. 1276. Образование Московского княжества. 381. Расширение Московского княжества. 1451. Присоединение Ростова. 1478. Присоединение Карелии и Севера. Присоединение Новгорода. 1485. Присоединение Твери. 1510. Присоединение Галичины. 1521. Присоединение Рязани. 1552. Присоединение Казанского ханства. 1556. Присоединение Астрахани. 1582. Присоединение Сибирского ханства. 1598. Продолжается присоединение Сибирского ханства. 1610. Присоединение Сибири. 1618. Потери земель в войне с Польшей. 1630. Захват земель Швеции и Польши. Присоединение Сибири. 1640. Продолжается присоединение Сибири. 1651. Присоединение Сибири и Дальнего Востока.
1656. Отвоевание земель у Польши. Присоединение Забайкалья и Дальнего Востока. 1668. Потеря земель в войне с Польшей. 1722. Отвоевание земель у Швеции. 1732. Присоединение Каспия. 1740. Присоединение Камчатки. 1773. Отвоевание земель у Польши и Османской империи. 1780. Присоединение Чукотки. 1784. Присоединение Крыма. 1796. Отвоевание земель у Польши. 1800. Присоединение Казахстана. 1814. Присоединение Финляндии, Молдавии и Кавказа. 1816. Присоединение Польши. 1821. Присоединение Казахстана. 1830. Присоединение Кавказа. 1860. Присоединение Дальнего Востока. 1876. Присоединение Таджикистана и Дальнего Востока. 1877. Присоединение Киргизии, Бухары и Коканда. 1900. Присоединение Туркменистана. 1916. Потери Прибалтики. Вторжение в Персию. 1919. Потери Украины и Кавказа. 1922. Создание СССР. 1939. Присоединение Западной Украины. 1940. Присоединение Прибалтики. 1942. Оккупация СССР Германии. Вторжение в Иран. 1943. Оккупация Германии продолжается. 1944. Возврат оккупационных земель. 1945. Снятие оккупации СССР. Освобождение Европы. 1946. Создание социалистического лагеря в Восточной Европе. 1991. Выделение России из СССР. 2014. Возврат Крыма. Крым – это Россия. Если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. Если нет, то поставьте пальчик и подписывайтесь на канал.